Вот такой пост ГАИ находится в селе Гончарное на трассе Ялта-Севастополь. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы движемся с вами по дороге Ялта-Бахчисарай через плато Ай-Петри и посмотрим на водопад Учинцу. Кстати, вот эта дорога сейчас уже ВАД должен начать вести изыскание, выиграл этот тендер и предоставить план ремонта этой дороги Ялта-Бахчисарай, с реконструкцию капитальную сделать, потому что дорога, это вот сейчас она, по которой мы едем, ведет на гору Ай-Петри, через гору Ай-Петри до Бахчисарая. Нужно ее, конечно, капитально ремонтировать. Дорога такая вот красивая, в горах идет, и поэтому стоить будет она, конечно, очень дорого. Ну а мы с вами подъехали к водопаду Учинцу. Вот на остановке сидит пассажир, ждет маршрутку. Расписание, кстати, маршруток, кому интересно, может посмотреть. С автовокзала Ялты отходит. И вот это расписание. Можно поставить на паузу и посмотреть. Приехал я сюда до дождей. Сейчас уже 2 дня дожди идут. И в Ялте, и в Севастополе. Хотел посмотреть наполняемость водопада, так как в Ялте воду подают по расписанию 3 часа утром и 3 часа вечером. Одно время вроде отменили, когда было хорошее наполнение водохранилища Счастливинского, ну и других водозаборов для нужд Большой Ялты. Ну а сейчас опять, недолго это было, кстати, и опять ввели график. Собирают воду, готовятся к курортному сезону, потому что летом-то народу в разы увеличивается. И вот дорожка до водопада, где-то порядка 300 метров. Вот такие деревья здесь стоят грандиозные. Всегда мимо их прохожу и всегда поражаюсь. Посмотрите, вот какие мощные корни у них. И крона вот вверх уходит. А корни разрезают камень, скалы. И вот у нас водопад. Конечно, вода идет, но ее не очень много. Вот такой он полусонный водопад Учинцу. В переводе с крымско-татарского «летящая вода». Это самый высокий водопад, откуда падает вода в Крым, на Крымском полуострове. Порядка 100 метров его высота, но если быть точным, 98,5. И такая вокруг великолепная природа уже оживает, птички уже поют вовсю. Такое водяное облако. А это вот пыль, я для сравнения вам хочу показать. Этот же водопад, это съемка у меня в феврале. Видео вышло 11 февраля. Водопад Учинцу разбушевался, называется. И посмотрите, вот, как говорится, почувствуйте разницу. Это когда в горах начал таять снег, и вот водопад Учинцу, вот такой наполняемости был как раз вот в это время, и отменили графики подачи воды. Вода подавалась в Большую Ялту круглосуточно. Ну, сами сравните, какой поток идет, шел 11 февраля видео, и какой поток идет сейчас. Вот это уже наши дни, как говорится. Ну, водичка идет, конечно. Перед тем, как я вот это показал, были заморозки нормальные ночью, поэтому снеготаяние в Крыму прекратилось, и вот, соответственно, сказалось на наполняемости водохранилища и мощности водопада. Хотя вот в районе водопада еще остатки снега лежали, хоть и температура воздуха уже на улице там 8-10 градусов плюса, все равно еще весь снег не растаял до конца. Наверх на плато я не ездил, но вот люди проезжали, я спрашивал, снег еще есть наверху, на плато Ай-Петри. По крайней мере, был на момент съемок вот этого обзорчика. Обратите внимание, идет на одной из площадок водопада Учинцу труба, водосборная труба, там сделана такая мини-плотинка, такой мини-бассейн. И вот собирает воду для нужд Ялты, как один из заборов. Конечно, в предыдущем даже ролике зрители писали, не очень эстетично выглядит, зато дешево, надежно и практично. Из знаменитого фильма «Бриллиантовая рука». Ну, а мы смотрим с вами, это самый-самый верх водопада.
Водичка есть. И сейчас мы с вами еще переместимся в город. Эта вода идет в Ялту и впадает в море. Река водопадная или Учинцу. И так правильно, кому как больше нравится, так ее называют. Ну вот по картам она называется водопадная по Яндекс.Карте. Это в районе Ялты. Протекает она между двух улиц, между улицами Пушкинская и Гоголя. И сейчас мы находимся вот на набережной Ялты. Обратите внимание, тут всегда народу много. В любую погоду. И вот одна из легенд, как возник город Ялта. Вот можно прочитать здесь. Мало кто, наверное, ходя по набережной, обращает внимание вот на эту плиту. До какого-то времени я тоже на нее не обращал внимания, а потом вот решил вам показать. Ялос, Ялос, берег, берег. Так возникло название Ялта. Ну, это было такое небольшое лирическое отступление, вот небольшой ветерок. Ну, а мы с вами сейчас еще окинем взглядом набережную Ялты. Море достаточно спокойное, вот солнце. Свой, хочу вам сказать, здесь в Ялте свой микроклимат. Вот, хотя говорят погоду, прогноз погоды по Крыму. Вот, ну, к Ялте, кстати, прогноз касается в меньшей степени. Потому что окружена она с трех сторон горами Ялты и защищает от ветров, от всяких непогод. Ну а с одной стороны, естественно, море у нее. Вот это центральная набережная южной столицы Крыма, курортной столицы Крыма, город Ялта. Здесь всегда весело, всегда многолюдно, в любое время дня и ночи. Но это еще, как я сказал, не сезон. Но нам нужно посмотреть на реку водопадную, как я сказал, которая протекает между двух улиц. В принципе, я и стою здесь недалеко, просто вот решил вам показать, поделиться морским воздухом с Ялты. А вот, собственно говоря, и река водопадная. Или Учинцу. Это вот продолжение водопада Учинцу. Впадает она здесь в море. Между вот, видите, такие пороги. Ну и как всегда по узким улочкам очень много машин, даже вот вне сезона. Я представляю, что здесь будет в сезон, если сейчас вот в середине марта машину поставить практически это очень большая проблема. Ну и вот если смотреть вот так, с левой стороны улица Пушкинская, с правой стороны улицы Гоголя. Ну а между ними протекает вот эта речка. В одном из видео я даже проходил по этому тоннельчику, потом пройти невозможно было. Ну и сейчас в принципе вот так сделали, растеклась речка. Зайти туда сейчас нельзя. Каждый раз она постоянно, когда вытекает в море, меняет русло на пляже. Это, собственно, как и река Бельбек в поселке Любимовка, тоже я вам показывал. Вот такой небольшой скромный ручеек идет сейчас в море. Но вода здесь есть. Здесь, вот, кстати, интересный момент. Водопадная, она практически не пересыхает круглогодично. Вот. С меньшей силой, с большей силой идет в море. Ну и сейчас мы для сравнения с вами увидим, опять же, кусочек, фрагмент видео от 11 февраля, когда водопад был такой мощный и какой же поток шел в море вот именно в этом месте. Чтобы, как говорится, почувствовали разницу, готовятся к курортному сезону, все здесь подкрашивают, подмазывают, ресторан. Убрали, кстати, цены были, там вот выставлены цены были космического характера с номерами телефонов цены. Ну вот сейчас, наверное, хозяева, чтобы людей не пугать, этот прейскурант цен убрали. Вот на набережной там висел он на стенде. Ну и вот, посмотрите, вот видео от 11 февраля, сравнить, как
идет вода по речке водопадная. Конечно же, есть разница, одно и то же место я вам показываю, и обратите внимание, какой низвергающий поток. Но это в момент, когда были обильные осадки в феврале, и затем потеплело, и начался такой усиленный процесс таяния снега. Какую-то часть, конечно, забирали в резервуары, в хранилище, но а вот основная часть, там 95% воды уходило в море, ну и сейчас, собственно, уходит. В Ялте, конечно же, нельзя построить вот такой большой опреснительный завод. Сейчас речь идет о, вернее, не опреснительный завод, а вот как в Бельбеке, накопительный вот ковш такой. А сейчас речь все активнее идет об опреснительных установках. И одна из них вроде как в районе Большой Ялты должна строиться. Но пока идут изыскания, проектные работы, окончательное решение вроде как еще не принято. Ну вот такой у нас сегодня получился обзорчик. Хотел вам показать Ялту и ее реки. График пока соблюдается с подачей воды. А я на этом буду заканчивать. Спасибо, что поддерживаете канал, ставите лайки. Подписывайтесь, не забывайте, комментируйте. И всего вам хорошего и до новых встреч в новых роликах.